Всем привет! Большое спасибо, что пришли. Кто-нибудь видит мою рожу первый раз? Тогда не буду представляться. Итак, сегодня у нас мастер-класс, он же творческий вечер. Или называйте как хотите. Он проходит таким образом, что я пляшу с гитарой и отвечаю на все ваши вопросы. Если у кого-то что-то есть, спросить, то спрашивайте, не стесняйтесь. Если вопросов нет, то я продолжаю играть. Спасибо. Гитаре 6. Во все тяжкие смотришь? Что? Во все тяжкие смотришь? Я не знаю, что это. Ну ладно. Когда новый альбом, что там будет? Какое направление дальше? Что-что? Когда новый альбом, что там будет? Новый альбом мы приступаем к записи летом. Он выйдет осенью, в начале, в сентябре или октябре в самом начале. Будет он насыщен. Чем больше
проблемы с вокалом будут? Трудно сказать. С вокалом планируется альбом как бы дополнительный, может быть. А кто вокалист? Будет много приглашенных вокалистов. А, например, или Дайна? Что? Например, Джеймс Хэтфилд, слухали? Друг мой хороший, он правда не знает об этом. Я пишу ему смс-ки, звоню, e-mail, уже, может быть, 15 лет, но не отвечает. Похоже, он не любит меня. У меня все равно висит его фотография.